Приветствую, дорогие друзья. И я сошел в подземелье, обшарил карманы здешним жителям, и попалось у меня таких поддержанный ларь. Три штуки. Один я уже открыл, там была пустота. Давайте взломаем еще два. Может быть, даже и навык повысится. О, да, 109. Снова пустота. А здесь еще у нас из трех уже два пустых. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, зато хоть навык повышается, и то хорошо. Все три пустые. В общем, ребятушки, после сотого уровня взлома замка можно идти сюда, в подземелье, чертог защитников. И тут хорошо можно их обшарить и найти много ларей. Всем спасибо за просмотр. Пока.